activated. Разведчик, они следят за нами, беги. Отряды, красная тревога! Командира убили световым мечом. Именно то, что нам нужно. Близко. Я еще раньше его заметил. Чувство под ложечкой. Сначала подумал, что это из-за стрипни Гриза. А теперь оно усилилось. Думаю, чем мы ближе, тем хуже мне становится. Явно ничего хорошего.
Можешь дать разряд? Системы отказывают. Цель задета. Мусор. Попался. Хочешь забраться по тросу? Этот мотор должен сработать. Ну как тебе? Теперь мы проберемся в гробницу.
Моя рука не дрогнула. Ах ты, отродье! Рабочий в спешке бросил свои инструменты. Ему были нужны реликвии, и не было дела до погребенной здесь истории. Как предсказуемо. Да, я знаю твое имя. Твое прошлое. И самое главное, я знаю о Кордове. Скажи мне, где он спрятал Голокрон? Отлично. Неудивительно, что твой учитель умер. Живи! Я тебя уничтожу! Моя смерть все ближе. Ты
других. Талантлив, как последняя ученица Церена, тоже неплох. Ты ведешь им учет. Странно, что Цера ничего не рассказала. Хранит секреты она не умеет. А ты так хорошо ее знаешь, да? Ох, она была слаба. Раскололась на имперском модуле для допросов. Выдала местонахождение своего наивного падавана. Они бы ни за что меня не нашли. Если бы не она... Она предала меня. Ты Трилла. Она самая. Ты не будешь мной манипулировать. Ты так уверен, да? Когда перед ней встал выбор спасти себя или своего падавана, победила ее эго. Она сдаст тебя тоже. Ну, я могу за себя постоять. Можешь ли ты позволить себе этот риск? В душе твоего нового учителя кроется тьма. Видел бы ты ее, когда она узнала, что они со мной сотворили. Она дрогнула. Явила подлинную натуру. Прибегла к темной стороне. Она перестала пользоваться силой. Да? Интересно, как скоро она предаст и тебя? Стоит ли доверять ей, когда ты найдешь Голокрон? Что бы сказал Джаро Топа? Ты не имеешь права упоминать его имя. Интересно, что бы он подумал, увидев своего падавана сейчас, скрывающегося в тенях с предательницей, помогающего ей найти легион податливых учеников? Нет, я ни за что не дам их в обиду. Когда-то я тоже так думала. Спасибо, что помог, Биди. Ты спас мне жизнь. И помог подобраться к гробнице. Мы нашли ее. Здесь все не так, как в другой гробнице. Не знаю, но мне это не по душе.
Я нашел ее. Но... Цере... Почему ты мне не сказала? Она всегда лжет. Ты... Как? Я перенаправила сигнал, когда ты попытался с ней связаться. Взлом зашифрованных передач всегда был ее любимым занятием. Она меня и научила. Тем, что умеет Цере, я овладела... Тем, что умеет Цере, я овладела в совершенстве. У тебя нет времени. На что? Мои разведчики нашли интересный артефакт в гробнице. Я уже изучаю его, открываю его тайны. Кажется, Кордова был просто очарован этими Зефа. Возможно, настолько, что спрятал Голокрон среди их костей. Хм, посмотрим, чему же ты научилась. Эй, Колмазоны! Назад! Я с этим разберусь. Мне не достать цель! Держать строй! Так быстро! Нужно его остановить!
Победа будет за нами. Куда он делся? Да я с ним один справлюсь. За ним! Спасибо, Биди. Эй, Биди, глянь сюда. Хорошо, Биди, что это? Отряду.
каждой минутой моих солдат тут все больше. Боишься сразиться один на один? Если бы твой дроид не вмешался, я бы с легкостью тебя убила. Ничего, приятель. Не слушай ее. Лишу тебя жизни, джедай. Я не отстану.
Я лишу тебя жизни, джедай! Гнусный трус! Крушит тебя.
Мы нашли ее. Здесь все не так, как в другой гробнице. Не знаю, но мне это не по душе. Я нашел ее, но... Цере, почему ты мне не сказала? Она всегда лжет. Ты? Как? Я перенаправила сигнал, когда ты попытался с ней связаться. Взлом зашифрованных передач всегда был ее любимым занятием. Она меня и научила. Тем, что умеет Цере, я овладела в совершенстве. За мной, Биди. У тебя нет времени. На что? Мои разведчики нашли интересный артефакт в гробнице. Я уже изучаю его, открываю его тайны. Кажется, Кордова был просто очарован этими зефа. Возможно, настолько, что спрятал голокрон среди их костей. Посмотрим, чему же ты научилась. В атаку! Понял, я понял! Назад! Я с этим разберусь. Отлично! Еще раз! Реликвия древних Зефа. Этот период их истории полон тщеславия и расточительности. Хорошо, беги. Что это?
туда никак не добраться. Лучше вернуться и сообщить отряду. Каждой минутой моих солдат тут все больше. Боишься сразиться один на один? Если бы твой дроид не вмешался, я бы с легкостью тебя убила. Ничего, приятель. Не слушай ее. Откуда ты взялся? Сколько нужно попаданий?
Биди? Ты в порядке, Биди? Рад слышать. Какие артефакты Империя бы упустила, не начни ты шнырять на этой глухой планете. Думаешь, оно того стоит? Я слышал, проект Бур принес большие потери. Штурмовики и рабочие. Пушечное мясо. Ты чудовище. Я точно не сделала, сэр.
Спасибо. Ты будешь иметь дело со мной, джедай. Поймать его! Да! Иначе все будет плохо! Мне просто нужно собраться. Я забрала артефакт на свой корабль для изучения. Жаль, что ты не успел. Можешь красть что угодно. Ты никогда в этом не разберешься. А ты смог бы? Еще немного и узнаешь. Пожалуй, я рискнул.